Йоу, всем привет, друзья, с вами снова Спайк, со мной сегодня Гуля, Дима и Фокус, и сегодня мы в психушке в Майнкрафте. Всем привет! Всем приветик! Всем привет! Всем привет! В этой серии мы оказались в психушке, из которой суждено выбраться не всем. Если тебе нравится наш контент, то ставь лайк, подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Итак, мы находимся в нашем дворике, в психушке, в которой сегодня мы будем выживать, из которой будем пытаться, наверное, как-то выбраться. И у меня есть вопрос, откуда у меня дверь? Ну, дверь нам точно пригодится. Так, ну, уже походу... У тебя глюки. А что с фокусом происходит, я извиняюсь? Я псих! Ты о чём? Ты о какой двери говоришь? Гуль, ну, как это, какой? А вот этой вот двери, вот она. Ладно, все, пойдемте, короче, все, мы не психи, мы хотим отсюда выбраться 100%, и мы должны максимально сосредоточиться на нашей цели. О! 200%. О, смотрите, кто тут у нас ждет. Доктор. Так, добро пожаловать в нашу психушку, в которой вы проведете остаток своих дней, дорогие психи. Иди ты, мы не психи. Так, а зачем вы так здесь доседаете? Что, пожизненно, что ли? Блин, а может мы все-таки психи? Ребят, мы реально психи, как вы? Зачем вы зашли и тут же не выйти? Моя дверь, я ее забыл! Ладно, пойдемте, все. Так, что у нас здесь? Это что такое за... Что-то как-то какая-то странная, все заколочено, все разрушено. Вот сюда можешь зайти? Можно сюда зайти, в принципе, потому что здесь есть сундук, и в нем есть... В ней есть нож. Нож и кофе, да. Ну-ка, я тоже выпью, пожалуй. Хороший комп, Гуля, да, я прям не жив. О, хорошо. Так, ну, смотрите, время у нас сколько? У нас получается 3 минуты 10-го, в общем-то, утро, рано сегодня еще. Значит, у нас еще много времени до вечера, чтобы отсюда выбраться. Давайте посмотрим, что здесь есть. У нас здесь есть... Что такое? У нас кодовая дверь есть. У нас есть кодовая дверь, у нас есть... И там лава, там лава. Снизу, да, сундук. И там сундук есть. Так, само лава не настоящая, как вы думаете? Может быть... Ну, можешь проверить. Может, это воображение? Я кинул туда чашечку кофе, вроде как настоящая. Так, что здесь есть еще? Здесь есть еще уборная. Уборная, да. Тут тоже что-то еще есть, погоди. Сковородка. А возьмите, да, возьмите сковородку, потому что у меня есть нож, мало ли на нас психи нападут. Так, а здесь что, здесь ничего? Я нож тут нашел. Так, какое-то все тут, знаете ли, странное, вообще не похоже на этот, как его, на аквапарк? Это точно аквапарк вообще? Да, конечно. Чел ты. А где горки, я что-то не понимаю. Ладно, давайте вот тут проползем где-нибудь. Оп-оп-оп. Да, можно здесь. Да, можно проползти. Что, все будем ползти? Так, за дружкой. Можно было бы, наверное, это кто? Чё у вас там? Побрейся, мужик, у тебя борода! Пациент. Так, я нашел карту какую-то. Ой. О, смотрите, здесь мачете и лавовые ботинки в сундуке. О, давай я полавлю. Я мачете хочу, у меня ружки нету то. Так, да, Гуль, возьми мачете. Я тогда иду, собственно говоря, побегать по лаве. Наконец-то аквапарк стал похож сам на себя. Так, погнали. Что у нас здесь? Здесь код-брейкер, две штуки. Значит, мы можем, по идее, эту дверь открыть. Капец, тут портреты страшные висят. Вообще, да. Да, очень какие-то они подозрительные. Так, смотри, что мы скинули, вот. А, так что, Гуль, я тебе... Ой, что это, страшилка какая-то. Так, открываем и погнали на второй этаж! Я успел. Ребят, тут психи, тут... Все прошли, да? Тут психи, тут психи! Ну там, слава богу, заколочено. Я... Эй, ребят, тут психи, тут три психа, один с ножом, одна в кепке, ребят. Подожди, ты не настолько психованный. Помогите мне. Ну да, Тут двери, давай, ребят, тут еще двери какие-то. О! Стой, Дима, стой, не подходи. Она наверх улетела. Гуль, в бассейн, если что там. Не толкайте меня. Я слышал звук такой... Типа, ну, чпик. Я на шифте. Короче, она разбилась, походу. Ты уверен? Блин. Ну, я слышал звук падения, она молчит. Я пролез сюда, но здесь, походу, да, здесь невидимый блок. Блин, а как тут пролезть вообще? Я туда вообще не хочу. Так, лучше надо, я тут все смотрю. Здесь есть, короче, молоко. Можно какие-то эффекты будет себя снять. Так, и да. Ну, на самом деле... А ты обратно-то выйдешь? Ой, осторожно. Короче, Гули не стало, но у нас теперь есть курица-гриль.
Ну, это такой себе обмен на самом деле. Ну, можно поесть. Можно поесть, да. Так. Даже испытаний никаких вроде бы не было, ничего не было, а мы уже Гулю потеряли. Пока вообще не понял. Ой, ой, псих, псих, смотрите. Ой, а чё он в стену? Не знаю. Головой бьётся. Дурной, что ли? Давайте. Ай! Может, не надо было его трогать? Зачем ты его защит... Да, ты, блин, ну, а чё он в стены бьёт? Теперь ну, хочет и бьёт. Теперь все психи будут против нас. Смотрите, там вентиляция, можно туда залезть, мне кажется. Так. Да, ой, блин, это, кстати, что место, где ты, походу, только что был? А, да, кстати, да-да-да-да-да, это кухня, какая-то кухня. Блин, так, стоп, мы сейчас к этим психам. Да-да-да, ой, тут один прямо под нами. А они агрессивные? Они не агрессивные, может, там их не... Ай! Они агрессивные. Это потому, что ты его сородича ударил, между прочим. Ой-ой-ой! Получай. Так, ну с ними разобрались, ладно, что тут, сундук еще один есть. А, в сундучке лук, окей. Так, здесь можно, ну это на первый этаж, нам-то не надо, да? Да, что-то мне это напоминает вообще. Здесь это проход, ай, еще один. Так, давай, какой он, что они драться лезут, блин, нам только буйные почему-то попадаются. Такс, ой, тихо, идите-ка сюда. Так. О, у меня есть слабые ботинки, я могу, блин. А он не взорвется? Слушай, я не знаю. Так, ну нам придется пропаркурить. Ну я могу лавовые ботинки дать. Но, блин, подожди, мне кажется, что... Но он вроде не стреляет, но... ничего. Но я бы к нему близко не подходил. Только один ведь может пройти тогда с лавовыми ботинками. Ну, может быть, ты как-то с краю попробуешь? Я могу, он на меня смотрит. Я могу их отдать, типа. Просто лучше как-то не подходить к нему, я думаю. Потому что он же не стреляет. Ну он вроде вообще ничего не делает. Нет. Ну, просто... Он, подожди, он стой! Он дружелюбный, походу. А здесь, может, ну-ка. Не-не-не-не, отсюда не надо лучше! Да, Дима, ну чё, какой дружелюбный! Блин! Стой, Бой, подожди! Я сейчас... может, я тебе скину вот тут ботинки? Типа, и ты вторую часть пройдёшь. И... А ты как пройдёшь? Я вот, честно, не понял, как тут пройти, но у меня есть одна идея просто нереально сумасшедшая. Психованная какая-то идея, кажется, я понял. Блин, я не знаю, получится у меня это или нет. Короче, я сейчас просто попробую мини-шажками вот так к нему подходить. И если он меня сейчас сможет выкинуть... Залезай. Блин, это реально было стрёмно. Это реально было стрёмно. А почему я горю? А ты shift, наверное, нажал ненадолго. Блин, возможно. Я тебе, короче... Ой, теперь меня ещё и бьёт. А, вот, всё нормально. Капец, блин. Нас уже минус 2 в самом практически начале. Это жестко. Что-то мне это не нравится. Блин, не знаю, у Димы был такой же план или что, но он как-то его странно реализовал. Не-не-не, я думаю, что вряд ли. Просто он, считай, сразу же, можно сказать, улетел. Он улетел сразу же. Так. Чего? Аккуратно, тут вон псих. Ой, нифига, он уже пострашнее. Ой, подожди, сундук пропустил, смотри, тут где? Стрелы. У тебя лук был, возьми ты, наверное. О, так, давай. Fire resistance стрелы, норм. Все, погнали дальше. Есть стрелы, но, блин, мне вот... Мне что-то это не нравится, опять, значит, что-то слава. Вот чуть-чуть бы пораньше нам эти стрелы, и Диму можно было бы спасти. Ой, так... Так, что тут, паркур? Блин, тут кислота, я не знаю, что-то стрёмно. Мы можем вот туда, кстати... А, нет, там карточка. Что? Смотреть на потолке, что? Блин, но она же не по... Стой! Это что, кто это? Это профессор, который был в начале. Входишь, что? А что ему надо? Что он с луком тут? Внизу он что, по нам стрелять собирается? Я не знаю, но выглядит очень так, подозрительно. Он ушел, надо быстрее идти, пока он. Ой-ой-ой. Сюда так, хочешь так пойти? Я другим путем лучше, наверное, пойду. Потому что... Ай! Тихо! Стрельнул в тебя! Так, а куда падать? Я не вижу, куда падать. Так, падай вниз. Я упал, теперь тебе надо быстрее пройти. Так, я иду. А у меня есть еще молоко, кстати, еще есть. Давай, заходи. У меня есть что, молоко же еще было, во. Блин, надо было тебе его скинуть. Ну кто знал-то? Капец, мы сработали идеально вообще. Блин, я чуть-чуть, это получается, в потолке не умер. Да уж. Так, это что? Тут какое-то поле защитное, поле, да. Здесь... Здесь бедрок, кстати. Бедрок. Тут можно, смотри, я могу попробовать тут проплыть, но единственное... непонятно, куда проплыть-то. Просто я могу... Ну смотри, ты проплывешь и откроешь вот эту дверь, кстати. В принципе, идея нормальная. А я выберусь отсюда? Не надо, я же пошутил. Так, так я тут вон бегаю. Но просто смысла от этого никакого нет. Там выбраться можно, если что. Вон, смотри. Ладно. Здесь есть еще, тут еще какой-то, ой. Так, тоже какая тут лаборатория странная. О, здесь прям все что-то самое. Погоди, я понял, я сундук нашел с очками, смотри.
Ты тоже нашел? Я тоже. У тебя, а, у тебя оранжевый, а у меня зеленые, кстати. Так, ну-ка. А что ты с ними видишь? Я, ой, я вижу вот я здесь. Я ничего не вижу. Вот, а я не вижу. Значит, тебе надо пройти, получается. Ну давай, да. Но у меня лавовые ботинки, мне, в принципе, тут даже упасть не особо страшно. А что там наверху-то? Так, здесь кнопка какая-то синяя. Что, нажимаю или нет? Ой, блин, ну не знаю. Что-то. Мне кажется, я нажал? Ты открыл часть прохода из бедрока здесь внизу. А, во, я так и понял, что надо его как-то... А где второй? А вот, вот, тут у меня зеленое что-то. А, ты что-то видишь? Да, здесь что-то у меня есть. А, ну логично, да. Вон кнопка там есть, тебе надо ее нажать. Ой, блин, подожди, тут потолок сейчас будет. Сложно. Блин, у меня ты вообще прыгаешь просто типа по воздуху, потому что я блоки не вижу. Давай. Я справился. Так, как тут еще приляжем? Так, а здесь как-то можно? Да, здесь нормально. Аккуратно. Здесь тоже паркур. Блин, тебе чуть-чуть осталось, ты кнопка. Здесь кнопка, да, я еще тоже ее нажму. Так, ну-ка. Все, открылось, все, да, выходи. Я тогда выбираюсь. Давай. Убежди. Не... Все, беги не... быстрее, он сзади. Он закрыл меня. Беги. Что делать? Мне проход. Блин, ну зерни. Капец, ладно, я хотя бы, может, я выберусь, я не знаю. Блин, такие ловушки, на которые, ну, попасться практически любой бы попался. Так, что здесь, куда я пришел, почему вас здесь так охраняют, психи? Так, там еще какая-то дверь была, ну-ка, может, с этим можно обменяться или... О, поболтать. Привет, ты тоже псих? А, тоже не псих, тогда ты должен выбраться отсюда, потому что меня заперли здесь до конца дней. Я видел, как один из психов нашел карточку от выхода, но он даже не знает, что с ним надо делать, забери ее. Так, понял, спасибо. А, какого-то психа, так, вот карточка, походу, это вообще выход на свободу уже. Так, а какой? О, вот с карточкой какой-то псих, как к нему пройти-то? И чё, и как? Через какую-то вентиляцию, что ли, надо? А, или погоди, через камин, что ли? О, да, походу. Поползли, попрыгали на животе. Так, где он? Так, сейчас, ой, а как это? Что тут надо? Надо что-то это сломать, походу. Так, блин, я надеюсь, он не очень мощный, и мой путь тоже сейчас тут не закончится. Так, подбираемся к нему. Прыжок анаконды, погнали! Уу! Так, валим. Так, карточка. Блин, этот на самом деле ученый. Сейчас, мне кажется, сюда уже ко мне скоро придет, поэтому нужно максимально быстро делать отсюда ноги. Блин, чтобы не оказаться вот с этими ребятами. Так, его здесь нет? Вроде его здесь нет. Все, сваливаем отсюда! Свобода? Не, походу не свобода. Походу это просто двор какой-то внутренний. Блин, как отсюда вообще уйти? Жалко, Гуля не сказала план этого здания, когда улетела там наверх. Так, ну ладно, вот тут написано вроде exit, значит, скорее всего, нам нужно... Ай! Куда? Неужели это тоже ловушка была? Блин, вот и доверяй так психам. Так, походу, это тоже какая-то... Опа! И чё он тут? Он мне предлагает две таблетки выбрать? Молодец, дошел до конца, но выхода из этой психушки нет. Выбери одну из таблеток и смирись со своей судьбой. Вдруг ты выберешь счастливую, черную или оранжевую. Блин, это тупо матрица какая-то, я не знаю. Ну, давай черную. Я выберу черную, но, блин, мне кажется, просто черная как-то звучит не очень черная, но, блин, может это какой-то типа подвох в подвохе? Ладно, захаваю ее. Ой, блин, походу я не то выбрал. Я вообще двигаться не могу. И меня дамажит. Блин, неужели я сделал неправильный выбор? Блин, это походу будет первая серия, ребят, где из нас никто не выживет. Походу это первая серия, где из нас реально никто не выживет. И это просто меня, честно говоря, шокирует. Опа. Ура, он проснулся! В смысле? А чё это такое? Ура, наконец-то! Ты сколько там валялся, мы уже заждались тебя. Ты чё, ты самый психованный какой-то, ты тест так долго проходил. В смысле? Это чё, это пранк типа или что? Какой пранк, ты чё? Смотри, здесь доктор этот стоит. Ты в подвале полежали, ты просто добрый. Так он, подожди, он же меня убил сейчас. Или чё? Нет, он добрый. Вот ты проснулся, ура, вы все прошли наш эксперимент, вы нас не потеряли рассудок в этой симуляции опасной психушки, значит, вы не психи. Извиняемся, если слишком напугали вас, чего не сделаешь ради науки, вы полностью здоровы. Садись, у нас пицца. Чего, блин, вы знали, ничего не сказали мне, что тут будет пранк. Ну ты знал, мы не хотели тебя будить.
Блин, ну ладно, тогда это прикольная серия. Просто я прямо сейчас думал, что все, типа, никто из нас не выжил, потому что я там остался один. Я видел, как Гуля улетела в космос, как Дима утонул в лаве, как Фокуса забил этот тупой доктор. Я хочу на улицу, мне уже тесно в помещении. А пиццу? Не хочу пиццу. Качели, я не псих. Блин. Ну, это самая, наверное, крутая серия наших выживаний, и я надеюсь, что она вам понравилась. Почему от меня летят какие-то эти... частицы кашечные. Ладно, короче, спасибо, ребят, что посмотрели до конца. Надеюсь, что вам тоже такой твист понравился, такой вот сюжетный. Надеюсь, что вам зашло. Подписывайтесь на меня, на Гулю, на Диму. Всем спасибо за просмотр, смотрите другие ролики, они прямо сейчас на экране. Все, всем пока! Всем пока-пока!